Всем привет! Герой Мора из культового фильма Рашида Нугманова «Игла». Прообраз легенды русского рока Виктора Цоя обрел реальность за пределами телеэкранов. В честь 30-летия со дня выхода кинокартины скульптура Мора была установлена на улице Тулебаева в Алматы, где снимались финальные кадры фильма. Алло, Нина, я сейчас приду. Время 22:55. Разрешите прикурить? Идея установки малой архитектурной формы главного героя фильма Моро «Зажигалка в руке» в борьбе за свою любовь, вставшего на пути наркокартеля, принадлежит инициативной группе алматинцев. Дата открытия скульптуры 21 июня выбрана не случайно. Сегодня легендарному музыканту, основателю группы кино Виктору Цою исполнилось бы 56 лет. Аллея в непосредственной близости от скульптуры была украшена тротуарными табличками со знаковыми цитатами из песен группы кино. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.